Еще год назад Ольга Мартынюк, одна с семьей детьми, ютилась в маленьком разваливающемся от времени доме. Сегодня от него уже ничего и не осталось. И уже в этом году они получили жилье, где с потолка не капает вода. Радости от переезда в новенький дом со всеми удобствами у детей не было предела. Теперь у них свои комнаты, где наконец-то они могут все сделать так, как захотят сами. Было очень-очень неожиданно. Было очень много радости, потому что по сравнению как бы с тем домом, когда все теснились, в таком возрасте это получить важно, свою комнату, свой уголочек. Большое спасибо нашей мамочке, конечно, что она добилась для нашей семьи вот такого дома. Действительно не ожидала. Я когда зашла в дом, я не ожидала такого-то, что будет настолько все отлично. Улучшить свои жилищные условия, признается Ольга Мартынюк, и не надеялись. Решение нашли вместе с администрацией города. Провели экспертизу, дом признали аварийным. Долго ждала, да, квартиру долго ждала, 25 лет. Потом дом стал аварийным, уже вообще я вижу, ремонтируют трещину. Она вот сделала, она через время опять пошла трещина. Я узнала, что есть программа «Аварийное жилье», и стала просить, чтобы помогли. Слава Богу, расположил Бог в сердце всех, кто участвовал в этом. Я всем благодарна. Сегодня все хлопоты с переездом позади. В семье Мартынюк теперь намерены все силы бросить на огород. Весна не за горами, и овощи с собственных грядок будут хорошим подспорьем.